Другая практическая задача – распечатать содержимое массива. Если просто передать массив в метод println, то мы увидим непонятную абракадабру. Что-то в таком духе. Скобочка, ай большое, собака, дальше какие-то непонятные 16-ричные цифры. Как же получить содержимое, элементы массива? В этом поможет тот же класс arrays и содержащиеся в нем методы toString и deepToString. Разница между ними такая же, как между equals и deepEquals. Вообще класс arrays очень полезный. В нем есть методы для сортировки, двоичного поиска, копирования всего или части массива. Прежде чем писать свой велосипед по работе с массивами, стоит проверить, нет ли подходящего метода в этом классе.